Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Сегодня мы поиграем в такую игру, как Deep Black Reloaded. Черная глубина, перезагрузка. Это вторая часть, продолжение первой части, которая вышла, по-моему, в 2011 году, если я не ошибаюсь. Это в 2012, игрушка не новая, но я в нее не играл. Может, и многие не играли, будет интересно пошпилить вам в нее. Разработчик игры Beard Studio. Это грандиозный фантастический экшен от третьего лица. Нам предоставляется возможность проводить много времени под водой, вооружившись sci-fi снаряжением. В игре мы будем сражаться не только на суше, но и под водой. Сюжет игры происходит в мире хаоса, шпионажа, терроризма, за обладание новейшим биологическим оружием. Что самое для меня интересное, это игра под водой. Вот это боевые баталии, интересно посмотреть. Так, давайте на легком возьмем, чтобы сильно не напрягаться. Тут у нас заставочка. Глобальный стратегический альянс. В 2029 году он разделился на две группировки. Первая стала называться Глобальным стратегическим альянсом, включая в себя США, Европу, страны Европы и Австралию. Так. А второй, что там у нас? Второй. Вторая Гондвана. Объединение Федерации Гондваны включает в себя Африку, Южную Америку и большую часть Азии. Ну понятно, разделился мир на две части. Это логично. Кто за Америку, кто против. Так, что тут у нас еще? В виде комиксов тут какие-то такие заставочки своеобразные. Никто нам ничего не говорит. Мы тут как бы внемую это все читаем и наблюдаем. Главная межстихийно-разведывательная оперативная группировка Шарон, частная военная компания, специализирующаяся на секретных военных операциях. Шарон, ну понятно. Значит, будет замешана еще эта Шарон. Организация секретная. Что еще тут у нас интересного? Лейтенант Сайрус Пирс, наемник Шарон, ушел в отставку после неудачной миссии против террористической группировки Аль-Азрат. О, смотрите, это наш, наверное, костюм Акваланга. Прям похож как на Dead Space. Такой там же костюмчик похожий довольно. Особенно по вот этой шкале сзади на спине, типа как жизнь. Но тут я сомневаюсь, что это будет жизнь. Мегакорпорация, базирующаяся в Берлине, на технологиях следующего поколения. Понятно. Ну, показали нам основные тут действующие лица. Четыре стороны. Да, в этом интересном конфликте. Так, что тут? Обучение, да? Ага, вот тут мы сохраняемся. Если вы хотите проходить обучение, вызовите в дверь слева от вас. Ага, не, обучение давайте пройдем с вами. Маркер показывает, куда нам идти. Ну, это понятно, это стандартно в играх. Так, Е, это тоже очень стандартно. Так, Е, взять оружие и патроны. Идите к маркеру, генерите. Так, ага, укрытие, как, ну, прям как Binary Domain. Так, стрелять это. Ты где там, малыш? Так, ага, бочку можно перезарядим. Все, чувачок, до свидания. Так, на Space отошли сразу, оп. Ну, тут все, в принципе, довольно понятно. Графика симпатичная, прорисовка самого персонажа тоже хорошая. Грех жаловаться. Так, давайте поплывем. Увидим сейчас подводное плавание. Куда ты что? Пробел ускоряться. Так, мы тоже можем прятаться под водой. И знаете, что мне нравится? Нету шкалы воздуха, можно себе тут плавать. Ага, G. Это что у нас? Гарпун. О, нам показывают, прям увеличивают уже. Что тут у нас? Пумс, и взломали. Гарпун может не достать, если цель очень далеко. Так, где же... Так, Space. Ну, это понятно. Это ускоряться. Ага, уже использовать, да, надо? Хорошо, уговорили. Сейчас зацепимся клешнями. Так, это мы сделали. Перепрограммируйте робота-разведчика.
Бля, он сейчас нас тут ухайдохает. Есть! Фу, чуть не сдох. Ага, и он теперь будет за нас драться. Отлично. Все, убили вражеского. Что, тяжело гарпун, я вам скажу, вылетал. Шо, чувак? Давай, поплыли, малыш. Реально, жму-жму, не, чуть не сдох там, блин, пока перепрограммировал. Так. Погружение Кантилии. Вашим командующим в рамках данной операции будет полковник Сьюзен Веласко. Постарайтесь не выйти его из себя, он в состоянии засунуть вам в задницу руку по локоть. Понятно. Ну, короче, читайте, ребята, сами, бы я тут не буду вам все вычитывать. Ага, мы Пирс, это я понял. Так. Man, I got butter knives in my stomach. Colonel, don't you mean butterflies? Ну, у нас под водой такая херовина есть на руке. Будущее, ёлки. Primary objective is to get the hostages out. Спасение заложников. Так, нейтрализация противников, разведка. Игнотум. Что-то нам за игнотум надо назвать. Какие-то точно технологии. Absolutely, Lieutenant. Get in there. Grab the hostages and get out. If you see anything that gives us an idea of what we're up against, feel free to. Negative. I only took this job because you said I'd get another shot at the Al-Azrat hierarchy. So here I am. Так, ну что ж. В принципе, здесь кнопок не сильно много, значит, действий не так уж много тоже будет. Так, найдите решетку, перепрограммируйте ее. Патронов что-то у нас маловато осталось. Поплыли. Ага, тут течение, понял. Ускоряемся. Ух! Бульки пошли, как на пердел прям за собой. Так. Что тут у нас? Ой, что это за херня? Что, какой-то подводник, что ли, сраный? Так, перешли уже на пистолет. Чё такой-то, блядь, крепкий парень. Я в жопу граната. Не люблю, когда говорят слова. Блядь. Что, долго его надо было убивать? Как он задохнулся там под облак. Бля, ну с этого пистолета, я вам скажу честно, тут можно забодаться, стрелять. А патроны здесь нигде не валяются. Может, сейчас с него, подожди-ка, сейчас. Патрончики зайдите, укрытие, какое в жопу укрытие. Че, смотрите, ёптель, можно его толкать. Фу, какая физика здесь шикарная. И труп исчез. Вот и закончилась наша шикарная физика. Ну правильно, чтобы память не забивать лишними трупами, зачем? Так, что тут у нас есть? Бля, как вы меня уже кумарите? Короче, можно не клацать, а держать. Давай, вылазь ты, красунчик. Какие-то патроны непонятно так летят. Так, шкалы жизни я здесь не вижу, но здесь, типа, как экран начинает в крови быть побольше, то значит мне быстрее пиндец будет наставать. Так, опять он там захлебнулся 100 раз. Ребята, дайте патроны, ну что вы? Как нелюди. Так, понял, понял, понял. Сейчас взламываем тут все. Оп! Дверька открыта. Еее! Так, нам куда-то в какую-то сраку там плыть надо. Что странно, что амуниции нет.
Some kind of robotic eel. Оу. Ой, F, F. Это я сначала не сориентировался. Нихера себе, какая тут... Навороченные суперроботы. Видели, какой тут, блин, был? Экшен, блин, ёптель за ногу. О, о, есть что-то. Ёшкин дрын. Это же надо, патроны, наконец-то. Нашли мы для своего. Чик. О, ну теперь хоть лучше. Хотя, может, еще поберечь. С пистолета можно пострелять. Так, надо все посмотреть. Тут, может быть, еще где-то патрончики. Нихерища нету. Управление, в принципе, несложное под водой. Так, сразу F жму, блин. Вот тут я не буду тратить на них патроны. Я так понял, что так просто и не остановишь. У-у-у, получил. Воу, ребята, что за взрывы? Под водой. Меня, кстати, должно было швырнуть, блин. Все равно какой-то волной взрывной. Ага, вот там куда, да? А что тут за... Так, тут нихера. Там что-то... И что тут делать? Закрутим, вот тут что-то какая-то, блин, пробоина. Так, а, найдите вентиль, перекройте пар. Значит, и там пара нету, да? О, точно. Какое-то подсвечение такое зеленое. Откуда оно здесь? Какая-то как... Какая-то слизь подводная, блин. Это какой-то, знаете, как этот, кусто, блин. Подводная Одиссея. Ага, отсюда дуло, блядь, этим говном. Так, надо быть внимательным. Что за звуки? Почему он так пистолет держит перед собой? Прям какой-то шнайпер. Что мне не нравится вообще вот это, что тут пиликает. О, ты меня кумаришь, малыш. Ой, блядь, он сейчас взорвется нахер. Ух, ну взрыв взрыва прикольный. Так, а патрончики с него не вылазят. Ну, хорошо. Нет, так нет. Настаивать не будем. Так, нам сюда. Got a visual. Guards on the bridge. Охрана на мосту. Acknowledged. Так где они, бля? Ага, это, наверное, наверх мне надо вылазить. Сейчас, минуточку. Сохранение, ёшкин кот. Это что за херня? Какая-то в натуре херня. Так, они там наверху, да? Сейчас все будет. Надо так, чтобы, я так понял, снять их бесшумно. Давайте-ка. Далековато для гарпуна, понял. Ух ты, ёптель, вы посмотрите, как это все эффектно сделано. Да, да, вот это да, бля, я вам скажу, это красиво. Игрушка не новая, вы посмотрите, какие здесь фишечки есть. Охрана, есть еще кто-то с охраны? Так. Сейчас мост опустим, да? Так, ага, был один часовой, понял? Так, все, вылазим. Ух ты, какие-то там приспособления. Так, тут я уже беру, наверное, нормальное оружие. Нам туда, да? Но я все равно на всякий случай здесь пошастаю. Звуки непонятные. Ага, перекувыр... Ой, да ты что? Кувыркаться как в цирке прям. Так, это что такое за панель какая-то непонятная? Эти тоже светятся, баллончики. Вон, их можно даже сдвигать с места. Так, нам внутрь надо, да? Что у нас тут? Нихера. Что там, подожди-ка, мне мигнуло?
Ага, занять укрытие. Не, ребят, занять укрытие мне не надо. Там кто-то есть? Нет, никого не вижу. Так. Добрались до места назначения. Опачки, дверечки открылись. Так. Тут ничего хорошего. Какие-то звуки, что это за животные, бля, какие-то там. Или это крысы там шурудят? О, я не хочу патроны тратить, подожди-ка. Блин, пришлось потратить, чтобы этих чумоноидов поубивать. Хорошо, что бочечки были, сразу двоих снесло, блин, как ветром сдуло. О-о-о, патроносы. А это прекрасно. А что здесь? О, оружейка. Ёпта, сколько патронов. Ну все. Так, тут вентиляции нельзя прочехлить. Окей, договорились. Нельзя, так нельзя. Так, давайте ныряем дальше. Уч! И понеслась. Так, сохранение опять. Гарпунец. Смотрите, как у меня на руках такие вот, видите, аж бульки идут оттуда, как... Какой-то такой скафандр, видите, у него... Он как не воздухом, блин, а какой-то энергией двигается. Это вообще по приколу. Ах ты гондон, блядь. Иди к папочке, блядь. На тебе, блядь, дузло. Начпокал тебя туда. На, блядь, спать. Ой, блядь, надо в сторону быстренько. Я не хочу попасть под взрыв. Так, что тут? Может, что-то тут быть? О, я как чувствовал, блядь. Подождите, дайте подняться выше. Оп-оп-оп. Есть, ёпта! Опять куча патронов. Так, что у нас тут? В дырку идти, да? Есть вариант. А что наверху? Какая-то пещерка, блядь. Подняться тут не получится, да? Да, здесь не получится подняться. Понял? Пинял. Это что за рыбы? О, тихо-тихо-тихо. Что это такое? Что это было? Какая-то чухня была. Затопите комнату. Кстати, эти бочки взрываются. О, будем знать. Кстати, оно может пригодиться. Когда красным, видите, значит гарпун достает. Так, это что у нас тут? Лестницу, да? Давайте так проверим, что у нас тут. Вроде бы все нормально. Я думал, кого-то гарпуном притянуть бы. Прям пар такой с меня идет. С баньки вышел. Что-то, мне кажется, кто-то да вылезет. Тут сомневаюсь, что будет все тихо, спокойно. Патрон-то с патроносы тут не хотят мне оставить. Сейчас, точно. Мелодия, сейчас как. Оп. Ага, я смогу там подняться. Понял, все. Врагов нету, странно даже как-то. Бля, такая мелодия так меняется периодически. Что я думаю, что вот когда мелодия меняется, в основном опасность, да? Так, доложить ситуацию, ни хера себе. Ishiguro Himmel Systems. Can't tell what, but this whole thing is hinky. I'm gonna grill Sterling. Copy. Так, а это что у нас тут? Ага, вот сюда мы можем уже пробраться. Нам все сразу показывают, довольно доступно, легко и просто. Это хорошо. Не надо будет париться, что-то искать. Так.
Тут не... О, гости у нас, а где они там, блядь? Что, если в табло сразу умирает? Так, они уже там, значит, меня ждут, да? Ну, под водой пока такие чумоноиды не плавают. А, были. А эти хотя бы не ныряют в воду, бля, они ко мне не плывут. Под водой были уже, да, ребята, что там с тех труб вылазили. Найдите вход в комплекс Антилия. Сейчас найдем. Ага, опять нам в воду лезть надо, понял? Хорошо, все, уговорили. Я ж как Ахтиандр. Опять что-то взламывать. Наверное. Или что делать? А ну-ка, подождите, а тут что у нас? Так. Ага, вон аж где. Это я не заметил как-то сразу. Пэмц. И открыто. И поплыли. И рыбки с нами плывут. Чисто такое, знаете, сопровождение. О, это что за чухня? И что это за хрень? Visual on some kind of drone. Careful. Looks like it's got motion scanners. Ага. How do I disable it? Try to hit the scanners with your harpoon. Блять, а тут еще надо попасть. Понял. Never heard of Val Azrod using unmanned vehicles before. Так, проплыли. А если засекли, то что бы он нас сгрыз там что-ли бы? Так, лестницу нам надо скинуть. Чик. Так, а тут что у нас? Ничего нету, да? Ну нету, так нету. Ничего страшного, а? Visual on more hostiles. Ууу, ребятушки, тихо там. Кто там стрелял? Откуда вообще стрельба? А, все. Why would Sterling send us after corporate security guards? Так, так и без патронов скоро можно остаться. Че, вроде бы все, да? А че тут такое? О, есть. Так, тут ничего интересного. Так, жалко тут ускоряться как-то вот нельзя, не знаю. Не хочет он бегать быстро. Ух ты, дробовичок появился. Я беру пока автомат, потому что здесь дальний бой. А дробовичок пригодится для ближнего боя. 320 это максималка. Так, нам туда, нам сюда. Есть вариант забраться еще. Ага, здесь все. Заберемся по лестнице сейчас наверх. Lab should be up ahead. Roger that, Colonel. О, тихо, бля. Я говорю, вот подбежать нельзя нормально. Дробовички. Есть. Оп, перекатнулись. Просто зверство. И никого. Так, все тихо. В Багдаде все спокойно. Ух ты, дробовик там уже у нас. А давайте чуть дробовичком, да? Че нам? Для интереса хотя бы. Ага, какие-то гранаты даже у нас высвечиваются могут быть. Тут нихера и там. Гранаты. Гранаты это хорошо.
дверька открылась, что-то мне не нравится. Еще не подходила, она уже открылась. Че там кто-то стоит? LT, I got word to General. He's going to patch in with some updated intel. There's no sense in pushing forward if the objective can't be completed. Negative. General says move in, neutralize hostiles. Да сейчас всех тут посечем. Лабораторная работа. Still no hostages, Colonel. Got some kind of tech lab. Pierce. General Sterling, sir. What the? No time for explanations. You need to infiltrate the labs, locate the fuel converter, and secure any prototype weapons you can find. Prototype weapons? Fuel converter? What happened to the terrorists and the hostages? The facts as presented were not completely in sync with the realities of the situation. Мне кажется, что меня подставили. Здесь нету никаких, блин, заложников и террористов. Если они хотят просто образцы взять. Не знаю, что делать с этим чуваком. Ух так! Ух, как его убрали, а? Эффектно. Так, идем дальше. Не хотел шуметь с дробовика тут. Че там орешь ты, блядь? Чепушила. Так, хорошо, поубивали этих довольно легко и просто. Ну, вылазь. Так, этих загасили. Долго он, конечно, перезаряжает его. Вот это галима. Ух ты, бля. Это дальний бой, ребятушки. Так, это не бочка. Что там орешь? Куны какие-то прям. Так, переходим на дробовичок. Ага, это я сейчас, наверное, воду буду опускать. Эту лестницу. Доберитесь до моста. А что там за проблема до него добраться? Вроде никого нету. Да, все спокойно. Понял. Так, сохранение. Ёж твою мать. А то, ага, вот что меня в прошлый раз чпокнуло там. Понятно, в какую сторону идти. Ой, люблю я этого робота. Ком-ком. На. Вылавливай, бля. Что такое говно тяжелое металлическое тут плавает? Ух. Опять наверх, да? Что тут у нас? Ничего для меня не оставили. Очень хорошо. Так, сейчас будем тут что-то мутить. Ух ты, блядь, сука. Иди сюда. Я тебе сейчас покажу, как под водой плавать надо. Да, блядь, я тоже так подумал. Мостик надо положить.
вроде никого больше не вижу. Ой, вижу. Что-то далековато, не? Давай выныривай, сука. Хопнул. Так, куда нам идти? Тут что у нас? Тут уже ни хрена нету. Давай, спецназовец. Нагибаем сейчас этот весь тут терроризм. И мне больше кажется, что это охрана, не террористы, но, блядь. Мы потом разберемся с нашим командованием. Так, ага, нам ту сторону, да? А тут что-то есть? О, малыш, привет! Давно не виделись. Ой, отплываем. Резко в сторону. Так, а тут... О, а тут нихера. Все, открыли нам двери, можно плыть. Ух, тут на таких виражах такой дрифт подводный. Так, сохранение. Хорошо, сохранение, так сохранение. Че тут? Тут, ага, тут только наверх. Так, давайте нам мостик опустим. Что-то есть вообще здесь? Я прям что-то никого не вижу. О, есть, малыш. Ком ко мне. Чук. А ну-ка, погулькай мне под водой. А, этот раз он как-то по-другому прозвучал. Хер с ним. Так, идем дальше. Ох ты, сука, паршивая, блядь. Че там, достало тебя электричеством? Достало, наверное. Куда ж ты денешься с подводной лодки-то? С дробовичком тут был, да? Так, тут все понятно. А тут что у нас? Че, достало его? Ух, такими перекатами. Оп. Вот это мне треснули, ребята, блядь. Так, зажги-ка ты начать сначала главное меню. Так, где я тут остановился? А что такое? Ага, надо ближе. Иди сюда, блядь. Я тебе дам пострелять. Слишком близко подплыл. Мне там не надо было так делать. Так, можно и двигаться. Хорошо, хоть недалеко сохранение было. Так, сейчас надо будет внимательно это играть. Вплотную там F-ку сжать надо. Так, все. Оно тихо там. Сопливый, блядь. Что быстро дохнут, это ж непривычно. Да, вплотную мне лучше с ними не подходить. Так, давайте переходим на дробовичок. Так, вот куда он. О! I noticed, but thank you. Что делать с этой турелью? Ой, хорошо, что так из-за угла можно стрелять.
А то я помню, в Binary Domain, блин, попадал часто в стенку, блин. Меня это так бесило там, блядь. За угол вроде, блин, дуло, да? Прицел есть, стреляешь и в стенку. Блять, куча патронов летит. Так, все тихо, да? С дробовичком тут ходим, да? Но-но. Трупики. Так, а где это мы находимся сейчас? В какой-то тут комнате управления. Так, опять мелодия что меняется сейчас. Кто-то выбежит. Тут, кстати, урон довольно быстро наносит. Не успеваешь... подумать, что делать, как уже напихали, блядь. А, его задело, что ли? Я херею. Не думал, что такой взрыв заденет еще этого. Это хорошо. Так, дробовик, да? Эта дверь закрыта, значит. Так, надо чуть передохнуть, перезарядиться, посмотреть, все нормально. Ага, вижу, куда идти. А тут что у нас? Все, дверька закрылась. Отлично. Так, давайте-ка сюда. Так, взорвать еще трубу надо. Патоньки, малышня. Тут, блядь, серьезный спецназовец с вами воюет. Че, тоже сдох? Нихера себе я валю тут. Видно, в голову ему попал. Понял. Затопил. Это я могу, блин. Поплыли. Так, тут мин этих нету. Лаборатория. Так, это куда меня принесло? Ну что ж, здесь сохранение. Ну, давайте тогда уже продолжим в следующем видео. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи!